Доброе утро, дорогие друзья! С вами я, Рита Суслова. Сегодня 7 октября уже. У нас теплая солнечная осень. На улице градусов 17, тепло. Хочу показать вам сегодня рынок Великовечное. Интересное место. Вдвойне интересное для нас, жителей больших городов. Люблю туда ездить, мне там интересно. Это рынок дешевых овощей и фруктов. В сезон томаты там стоили 10 рублей. Арбузы мы брали по 6 рублей. Грузили полный багажник, привозили домой и убирали все в подвал. Сейчас также можно было купить любые фрукты, овощи, то, чего у меня не было на своем участке. Сейчас октябрь, заготовки уже все сделаны. Единственное, чего у нас нет и что мы еще не сделали, это фейхоа. Сезон фейхоа – это октябрь. Сейчас мы поедем и посмотрим, сколько стоит на рынке Великовечный фейхоа. Планирую взять ящичек килограмм 20. Планирую сделать свежие перетертые фейхоа с сахаром. И еще мне посоветовали сделать компот из фейхоа. Говорят, что очень вкусно. Очень полезный фрукт. Это целая витаминовая бомба. Поэтому вот едем за ним. Посмотрите местный колоритный рыночек. Посмотрим, что за цены там в октябре. Что продается в октябре. Все увидим, все покажем. Покажем, как вот. Вот так вот красиво круговой обзор. Итак, друзья, мы подъезжаем к рынку Великовечное. Рынок Великовечное от нашего дома ехать минут 15-20. Также в селе Великовечном находится большая водолечебница с целебными водами, которые лечат многие заболевания. Там люди могут пройти различные процедуры. И вот мы видим впереди рынок. Продают цветы. По-моему, это хризантемы. Смотрите, как интересно. Саженцы различных плодовых деревьев. О, хурма появилась. Фейхоа 100 рублей. Лавровый лист. Хризантемы. Каких только нет хризантем. Какой аромат стоит. Обалденный. Смотрите, какой выбор. Земляника. Лук репчатый. Малина. Ежевика. Малина. Саженцы малины. Розы. Плодовые деревья. Сирень. Даже туйки есть. Ну, идем дальше. Помидорчики берем. 10 рублей дешево. Помидоры по 10 рублей. Серьезный коммерсант. Снимите коммерсанта серьезного, пожалуйста.
видим. Так, а где же у нас может быть Фейхоа? А давайте пройдем в конец, посмотрим, что там. Капусту продают вот такими сетками. Сколько сеток? Азербайджанские гранаты, мандарины. Слушай, может быть, мне кажется, сезон гранатов уже начался. Молодой человек, почем гранаты оптом? 100 рублей оптом? Я канал на YouTube веду и гранаты заодно куплю. 100 рублей килограмм, да? Ну, смотрите, шикарные гранаты. Это азербайджанские? Сколько в ящике будет килограмм примерно? Килограмм 10. Возьмем, да, гранатик? Нам, надо... Снимайте, нам... нам надо телегу взять тогда. Возьмем сейчас телегу, возьмем, да, ящик. Хорошо, сейчас еще фейхоа поищем. А хурма почем? 85, если ящик. Хурма по 85. Прекрасные цены. Отлично. Сейчас мы найдем телегу и возьмем... Вот такой вот виноград по 50 рублей. Роскошный совершенно виноградик. Может быть, взять нам виноград еще? Ящичек. Вот, и вот пошли мандаринки. И вот пошли настоящие мандаринки по 60 рублей килограмм. Отличные мандаринки. 60 рублей вот такой вот ящичек. Возьмем ящичек. Возьмем, Сонечка? Да. Ну что? Огурцы. А фейхоа что-то я не вижу. А нет. Ой, свекла. Ну я где-то вот фейхоа, смотрите. Здравствуйте, почем у вас фейхоа? 140, но это симпатично. Есть ящик целый? Ага, все, что есть. А чего нету, не сезон что ли еще? Как бы это самое, просто она только-только началась. А, то есть попозже приехать? Попозже будет побольше, не, ну сейчас-то может и купите где-то, просто у меня нет такого количества. Недели через две? 40 рублей, а? Недели через две? Нет, много, там, глядишь, останешься без него вообще. На следующей неделе? Не знаю я не могу так точно сказать. Ну ладно, мы-то за фейхоа специально приехали. Погода же сама это, отражается, как все будет. Ну что, возьмем вот такой лук роскошный. Ну что, возьмем, наверное, мы фейхоа, то, что видели, по 100 рублей. Гранатики какие хорошие. Положено просто красиво. Да. Так, ну что, пойдемте. А почем гранаты у вас? 120. Там почем? По 100. Вон телега. Купили грецких орехов. 5 килограмм. 5 килограмм, да? И фундука. А грецкий орех по 100, фундук по 120. Идем дальше. Поехали искать фейхоа. В какую сторону пойдем? Можем еще там посмотреть. Возьмите, пожалуйста, телегу кто-нибудь. Возьми Соню за руку. Так, сейчас мы попробуем найти фейхоа. Лук продается вот такими вот сетками. Капустка.
Шикарные гранаты. Почем гранаты у вас? Тоже по 100 рублей. Давайте, хотите, возьмем гранатик. Я знаю, знаю. Сколько в ящике килограмм? Килограмм 10. Поехали дальше. Так, и все же. И все же, где может быть фейхоа? Фейхоа? Это не фейхоа. Это лайм, Анжелик. Это лайм. Можно в розницу? Яблоки 25 рублей. Снимайте там, кому вы. 25 по 25 рублей яблоки? Да, посмотрите, какое яблоко. Сейчас посмотрим. Слушайте, и вот эти крупные тоже? 35 рублей. Крупные это 35? Высший сорт. А эти 25? Да, а запах какой, понюхайте. Шикарные яблоки. Слушайте, очень хорошие цены здесь. Шикарные. А сколько в ящике килограмм? 350 рублей выходит где-то ящик. Чудесно. Ладно, сейчас мы найдем фейхоа. Давайте. И... только уехал. Вот лайм берите. Нет? А потом придем за яблоками. Лайм можно тоже в розницу. Лайм нам столько не съесть. Нет, а в розницу тоже дадим. 85 рублей килограмм. Прекрасно. Вот такой хороший лайм по 85 рублей килограмм. Да. Я их беру. Сейчас фейхоа найдем, потом придем за остальным. Да, спасибо. Вот моя любимая фасоль. Такую фасоль я узнала только здесь, в Краснодарском крае. Не даю. Там всей семьей полюбилась фасоль эта. Такая вот. Кабачочки. Ну что, переходим на ту сторону. Да. Если мы не найдем фейхоа там, то вернемся и купим. Мандарины не нужно. Мандарины не нужно. Нам надо съесть гранаты. Такой вот укроп. Орехи грецкие, как картошка. Положи, брось. Меня тоже. Такие продавцы здесь жизнерадостные. А вот и фейхоа у нас. Скажите, последняя фейхоа больше нету? А почем? 100 рублей. А там полный ящик есть, да? Да, полный. Но еще рановато, еще такой он. Жалко. Она только вчера собрана. Она дня два должна полежать, чтобы успел. Ничего, сейчас пройдемся, если ничего не найдем, то вернемся. Найдет я точно. Это абхазский. Хорошо. Фейхоа с Абхазии. Яблочные ряды пошли. О, это томаты. Почем томаты у вас? Ага, красивые томаты, шикарные. Такие яблоки. Крупнейшие яблочки. А почем такие яблочки? Слушай, я вот этот сорт люблю. Давайте возьмем немного. А вы ящиками только продаете? Нет, и просто по 45? Ну, давайте возьмем, Сонь. Будем брать? Да, будем. Давайте, наверное, килограмм 5 крупных по 45. Анжелик, наберешь? Я... Давай. Я тулащу маму. Да, только выбирай самые крупные. Какие? Да, крупные красные. Нам крупные красные. Да. Давайте вот отсюда. Можно мы тоже наберем? А то там у вас какие-то бледненькие. Вот сюда зайдите и выбирайте. Только что. Заходи, ну активнее, активнее. Анжелик, бери только ярко-красные и крупные. Зачем на него? Не любят люди. Мама, а сколько? А мы снимаем рынок, очень экзотичный для жителей больших городов. И цены хорошие на рынке.
Вот Соня моя яблоки набирает. А? Яблоки много говорит? Активнее. Да. 5 она сказала. Да. Крупные берите, крупные и красные. Работайте активно. Берите, крупные, а то вам сейчас наложат мелочи. Смотри, у нас мелочи вообще нет. Как вот вот здесь красивые. Одинаковые? Да, одинаковые. Возьмите. Соня, крупнее выбирай, крупнее. Ну чего, там полный пакет уже? Почти. Хватит. Хватит. Ну, давайте. Полный делай. Ну, Соня, Семен, в розыске. Так, ну сколько мы там набрали? Набрали? Сразу. Ой, много, 8 килограмм, а мы 5 спросили. Подождите, про какие 400? 10 сделай. Если по 40, то я возьму 10. А? Тогда нет, 10 не надо, тогда только 5. Пусть как будет. Если хотите столько, то я возьму по 40. По 40. Давайте по 48 забираю. Давайте, да. Сколько есть? 30. Хватит? Да, а то по 35 уже начну просить. Одно давайте. Яблоко. Давайте по 40. Все. 400 рублей. Берем. Так, купили яблок, купили гранат. А фейхоа так и не купили. Сказали, что где-то здесь справа посоветовали. Купили яблоки моего любимого сорта. Джонатан, по-моему, он называется. Где-то здесь справа должно быть фейхоа. О, сливы какие-то. Турецкие, наверное, сливы. Слива хорошая, без мяса. О, жестковато. Ну ладно, пойдемте дальше. Вот так баклажанчики продаются, вот так вот. Перчики. Вы нас снимаете? Такие продавцы тут веселые. Так, ребята, нам надо как-то, Сонька, давай, давай. Спасибо. Ну и где фейхоа, никак не можем найти. Видите фейхоа? И я не вижу. Перец какой шикарный. Почем перец? И 15 есть, и 20 есть, и 18 есть. Ну вот такой хороший перец, совсем недорого. Так, ищем фейхоа. Представляете, сколько перцев? Склад арендуем. Красный, роскошный перчик. Приезжайте к нам на рынок. Великовечная. О, какие! Красивая тыква бутылочная. Здесь же можно приобрести корма для животных, банки для закаток. Итак, друзья, мы побывали на рынке Великовечном. Нашли мы фейхоа. Сказали, что рановато еще, правда. Поэтому купили совсем немного. Сколько килограмм? 5-6 килограмм фейхоа. Так, Сереж, складывай. Купили вот такие вот замечательные яблоки по килограмм 8-9. Сереж, сколько лимонов? Вообще не хорошо. Полтора килограмма. Полтора килограмма хороших лимонов. Грецкие орехи. Мешок грецких орехов. Мешок фундука. И ящик вот таких шикарных гранатиков. Ну, вот так вот мы немножечко затарились витаминчиками. Везите лего. Итак, друзья, с
вами была я, Рита Суслова. Я показала вам рынок Великовечное. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всего хорошего, до скорых встреч, друзья!